Мир вам, братья и сестры! Благословен Господь, который даровал нам надежду вечную, и что сегодня мы живы, хранимы Господом, и сегодня мы можем прийти пред лицо Его, воздать Ему славу, поклониться Ему, святому имени, и иметь эту радость в Боге. Слава Ему! Пусть Господь Духом Святым коснется каждого сердца, наполнит наши сердца благодатью, радостью Его, чтобы слово, которое слышанное нами, оно приносило наши души плод ко спасению нас, чтобы эту радость, за которую сказал Иисус Христос, которую никто у нас не отнимет, чтобы она всегда присутствовала в нашем сердце. И я желаю прочитать такое место, оставленное на страницах Священного Писания, первое послание к Коринфянам, 15 глава, в начале. «Напоминаю вам, братья Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, которым и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Да благословит нас Господь силою Своею, помазанием Своим, чтобы это слово, слышанное нами, оно впало в наши сердца, как на добрую почву, и принесло спасение душам нашим». Здесь немножко ниже апостол Павел предупреждает и говорит такие слова. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Так хочется, чтобы это помазание благодати Духа Святого, чтобы мы познавали лучшее, чтобы, как написано в другом послании, познать Его и силу воскресения Его, братья и сестры. Пусть Бог наше сердце управит так, наши помышления, чтобы Бог благословил братьев, говорящих слово, чтобы оно было в помазании Духа Святого, чтобы это приносило нам радость и благодать для жизни нашей. И мы давайте вместе, вставая на наши ноги, будем славить Его святое имя. Поклоняюсь Тебе,
мы люди благословенные, мы народ, братья и сестры. Знаете почему? Потому что Господь, Он поднял нас в это утро и благословил нас, дал нам эту свободу прийти сюда и воздать Ему славу. В других странах уже это не люди не имеют этот шанс. Я прочитаю 36-й Псалом, 3 стиха. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему на пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающий же на Господа наследует землю». Давайте склоним колени, попросим благословения. Также ту молодежь, которую вы на сцене видите, благословим их и также всех остальных. Аминь. Веселил душу мою.
Тебе, Господь, пою хвалу, дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Господь, Ты мой Творец. Возвожу мои очи горам, возношу мои руки к небу, я познал, что Господь велик, что милостив Он над всей землей. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, пою хвалу. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Господь, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, пою хвалу. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Господь, Ты мой Творец. Господи, Ты защита моя, Ты мой Бог, Ты твердыня жизни, над землей небеса высоко, слава Твоя во век веков. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, пою хвалу. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Господь, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, пою хвалу. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Господь, Ты мой Творец. Glory to God. Вся слава Богу. It's always a pleasure to be up here. Есть такая большая привилегия сегодня здесь быть. Even if it is sooner than expected. Даже если раньше, чем мы желали. Pastor Peter texted me Monday night. Пастор Петр меня отпечатал в понедельник вечером. And he told me to be ready to preach today. И он сказал, приготовься, чтобы проповедовать сегодня. He didn't ask whether or not I was wanting to preach. Он меня не спрашивал, если я хочу или нет. Told me он мне сказал, whether I liked it or not. И это мне нравилось, это или нет. And we need more people like Pastor Peter. Нам больше надо людей таких, как Пастор Петр. That hold us accountable. Которая нас, может, подталкивает. And the first thought that always pops up in my mind. И первая мысль, которая приходит на разум. When I'm set to prepare a word. Когда мне говорят приготовить какое-то слово. Is an excuse. Какое-то, может, оправдание. And in this case, it was the fact that it was almost halfway through the week. В этом случае уже почти была половина недели. And I was just getting a notice. И мне только тогда так сказали. Well, I obviously dismissed this thought as soon as it came. Но я эту мысль оттолкнул, когда она ко мне пришла. Because if it's God's will for me to be up here. Потому что если это Божья воля на то, чтобы мне здесь быть. Then who am I to stop it? Но кто я такой, чтобы это остановить? As a Christian, как христианин, and us as Christians, как мы все люди христиане, we should want and we need мы должны to fulfill God's will in our lives. Соблюдать и делать Божью волю в нашей жизни. And if in my case that means preparing a word in 4 days, это в моем случае это приготовить проповедь за 4 дня, instead of the usual 7, и не как всегда 7 дней, then so be it. Вот так должно. If God is for us, если Бог с нами, who should stand against us? Кто против нас? Amen. Amen. Over the past few weeks, пару недель, I feel like God has been preparing for me. Бог приготавливал меня. For this sermon, this topic. Для этой темы, для этой проповеди. I've been listening to a lot more audiobooks on this topic. Я аудиокниги слушал на эту тему. And just been diving more into this topic in general. Я погружался глубже в эту тему. And I feel like this topic is vital for us nowadays. И эта тема актуальна нам сегодня. I say this every time I'm up here. Я говорю это всегда, когда я на этом месте. But this one is especially crucial. Но это особенная тема. For the younger generation of men. Это молодому поколению, особенно парням.
That is biblical manhood. Это библейская мужественность. Ladies, I know that this topic may seem like it's not for you. Женщины, вы может думаете, эта тема не для вас. But hopefully it could help you guys understand. Но это может вам даст какое-то понятие. What the men in your life are facing. Что мужчины встречают в своей жизни. Your brothers. Твои братья. Husbands. Мужья. Fathers. Отцы. Sons. Где сыновья. They all, as men, они, как мужчины, have a duty to fulfill. У них есть какая-то обязанность, которую они должны сделать. And they could always use your encouragement. И они всегда нуждаются в каком-то вдохновлении вашем. In our day and age, и в наше время, и в наш век, being a man, быть мужчином, is almost treated like a crime. Оно пренебрегается, и как будто, может, против закона. Men can't go on without in their lives. И мужчина не может идти в своей жизни without the risk of offending someone. Не рискуя кого-то обидеть. Or hurting someone, supposedly. Как будто обидеть. And it feels like our society is moving backwards. И кажется, наша культура, или где мы живем, разваливается. We can't even define what a man is anymore. Они не могут объяснить, что такое мужчина. Or what a woman is in или что fact. Это женщина такое. Now bathrooms, they're not made for men or women. Туалеты делаются не для мужчины и женщины. They're made for whoever's feeling. Whatever someone is feeling like that day. Как человек себя чувствует, то определяется, какой он пол. And if you ask anyone what it means to be a man, и может ты спросить какого-то человека, что это значит быть мужчиной, you'll get various answers from different people. И ты получишь разные ответы от разных людей. As a kid, когда я был ребенком, I always thought that real men, я думал, что настоящий мужчина, would work construction, где-то на стройке работает, and have big beards, у него длинная борода, drive trucks, ездит на тарачке, and hunt, и он охотится. But it turns out that real men can be clean shaven. Но настоящий мужчина, оказывается, может быть побриты. They can drive smart cars. Могут ездить на маленькой машине. And they can recite poetry for fun. И они могут поэзию даже читать и говорить. Who knew? Кто это знал? Growing up, a lot of boys, they don't understand. И растя или вырастая, маленькие мальчики, what it means to be a man, что это значит быть настоящим when мужчиной, exactly that transition occurs, и когда этот переход с одного возраста в другой переход, what we need to realize, и что нам надо понять, that there's no solid transition, и нету какой-то грани или какой-то линии, где это происходит, between boyhood and manhood. Где, можно сказать, от мальчика вырастает мужчина. It could be at 16 when you get your driver's license. Это может произойти, когда тебе 16, и ты получил свои права. It could be 18 when you are able to get drafted into the military. Или может это когда тебе 18, когда ты можешь записаться в армию. Or it could be 21 when you are legally able to drink. Или когда уже 21, когда по закону ты можешь пить спиртное. It could take years for a boy to discover that he is a man. И занимает некоторых многие лета, чтобы понять, что они мужчина. You can see 25-year-old boys. Ты можешь увидеть 25-летних мальчиков. And you can see 16-year-old men. И ты можешь увидеть 16-летнего мужчину. It's not about age. Это не в возрасте. And unfortunately, и иногда, both in our society and churches nowadays, и даже в церквях и в нашем обществе, we're seeing a lot of boys, видимо, много мальчиков, and not enough men. И недостаточно мужчин. So what defines a real man? Что, какое объяснение значит это мужчина? What does a man look like from a biblical perspective? Как Библия говорит о мужестве? And I want to dive into this topic in two points. И я бы хотел объяснить это в двух the mechanics of a godly man. Это будет черта характера благобоязненного мужчины. And the purpose of a godly man. И цель благобоязненного мужчины. Diving into the first point. И посмотрим на первое. The mechanics of a godly man. Это характеристика. What characteristics does a godly man possess? Что это человек или мужчина представляет? We can read in 1 Corinthians 16, verse 13 through 14. 1 Коринфянам 16 главы с 13 стиха. Be watchful. Stand firm in the faith. Act like men. Be strong. Let all that you do be done in love. Paul is telling the brothers at the Corinth church, Павел здесь говорит и обращается тем братьям в Коринфе, to act like men, чтобы они поступали как мужчины, not women or children, не как дети или женщины, or boys, или какие-то подростки, but men,
мужественно, мужчина. So what do men act like? И как мужчина должен поступать? Well, we can read around that phrase to get a picture, a better picture of what a real man acts like. Мы можем в контексте посмотреть в этом стихе. Real men are watchful. Настоящий мужчина, он бодрствует. They pay attention to their surroundings. Они всегда внимательны, что происходит вокруг них. And they're alert of their circumstances. Они понимают, что вокруг них. And in order to do so, и чтобы это делать, they must be mature spiritually. Они должны быть духовно зрелы. They don't allow anything. Они не должны допускать to get in between their relationship with Christ. Допустить что-то, чтобы разрушило ихние отношения между ними и Христом. And they understand that the pleasures of this life, и они понимают, что прелести этого мира, they're temporary. Они временны. They don't bring real joy. Они не приносят настоящую радость. 1 John 2:16. 1 John 2:16. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life is not from the Father, but it is from the world. Real men, they don't partake in selfish desires. Настоящий мужчина, он не гонится за своей эго. That are destructive not only to themselves, которые приносят вред не только себе, but to those around them, но приносят вред тех, кто вокруг него, and even to future generations. И даже последующим поколениям. Because men aren't slaves of this world. Настоящий мужчина, мужественный, он не раб этого мира. They're not slaves of the flesh. Он не раб этой плоти. They're children of the Father. Но они дети отца. Moving on, real men stand firm in faith. Настоящий мужчина или мужественный, он стоит тверд в вере. Not in their own strength. Не на своей силе. Not in their own will. Или не по своей воле. Or discipline. Или какой-то дисциплины. But in the faith of Jesus Christ. Но в вере в Иисуса Христа. If you stand for anything else, если ты стоишь на чем-то другом, you will fall. Ты упадешь. And once you fall, и когда это случится, you will be ashamed that you fell. И ты будешь этот позор. And then you will start blaming either yourself or those around you for falling. И ты будешь обвинять себя или других, кто вокруг тебя. Just look at Adam. Посмотреть на Адама. He was given a big task. Ему была дана такая большая цель. Of naming every animal, every living creature. Дать название каждому животному. And he exceeded in that task. И он преуспевал в этом деле. But then God also provided him with a wife. И Бог ему также дал жену. And then Adam got comfortable after that. И Адам, может, почувствовал какой-то комфорт после этого. And when you get comfortable in life spiritually, и когда духовно мы в нашей жизни почувствуем или сидим в комфорте, you're very rarely standing for anything. И ты не стоишь и не имеешь борьбу с чем-то. You let your guard down. Ты опускаешь свою ограду. In effect, Adam происходит. Lets his wife lead him to the tree. И Адам позволяет своей жене вести его к этому дереву, that he knew he couldn't eat from. Которое он знал, он не должен есть этого плода. He then witnesses his wife eat it. И он смотрит и видит, жена употребляет. Doesn't stop her. И он не останавливает ее. And then he allows her to give it to him, and then he takes a bite. И он разрешает и допускает, что она ему дает, и он вкушает. Genesis 3:12. Это будет первая книга с 3 главы. The man said, "The woman who you gave to me to be with me, she gave me the fruit, and I ate." As a result of not standing in his faith, и что он не стоял в своей вере, of not standing in his duty, он не стоит, где он должен был. Adam became soft. Он делается мягким. And he sinned. И он согрешил. And he could have taken responsibility for his actions after he sinned. Он мог бы сказать, это я сделал, это could have грех. Asked for forgiveness from God. Он мог бы попросить у Бога прощения. But in his shame, но он в своей, можно сказать, стыде, he starts blaming his wife, он начинает обвинять свою жену. And even God, и начинает обвинять даже Бога. For the fact that he ate the fruit. То, что он съел этот плод. As men, как мужчины, we must stand firm in our faith. Мы должны стоять твердо в нашей вере. If we don't, we will fall. Если мы не будем, мы упадем. How do we stand firm in our faith? Как мы можем стоять в нашей вере? Well, we build our lives, мы строим нашу жизнь, on the solid foundation of Jesus Christ, на фундаменте или основании Иисуса Христа. And we root ourselves deeply, и мы укореняемся в нем, into God's word, в Божье Слово.
And when the storms of life come, и когда штормы или ураганы вокруг нас жизни, we won't be swayed. Мы не будем потрясены. Moving on, real men are strong. Настоящие мужчины, они сильны. Not because of any physical attributes. А не то, что какая-то физическая сила. Or mental toughness they possess. Или какая-то, можно сказать, менталитет. Sorry. But because they realize where their strength comes from. Но они сильны в том, что они понимают, откуда сила приходит. In life we fall short. В нашей жизни мы не достигаем. There will be hardships. Будут трудности. Temptations. Испытания или искушения. And trials. Испытания. But we know the source of our strength. Но мы знаем, откуда приходит наша сила. 2 Corinthians 12, verse 9 through 11. 2 Коринфянам 12 глава с 9 стиха. But he said to me, my grace is sufficient for you, but my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. For context, Paul is writing to the Corinthians here. В контексте здесь Павел пишет опять Коринфянам. Because his opponents were boasting of their physical, of their spiritual experiences and identities. И там люди, которые хвалились своими достижениями. But Paul decided to boast of his weaknesses. Но Павел здесь он хвалится своими немощами, можно сказать. He doesn't want people to think more of him, more of Paul. Он не хотел, чтобы они думали больше о Павле. But to think more of Christ. Чтобы они задумались и думали больше о Христе. Because he knows in his moments of weaknesses, потому что он знал в своей, может, какой-то нищете или бессилии, hardships and persecutions, какое там преследование или бессилие, God's strength is displayed. Божья сила проявляется. When we are going through hardships in life, если мы проходим в жизни какие-то трудности, we are strong. Мы сильны. Because of our faith in Jesus Christ. Потому что наша вера в Иисуса Христа. We don't rely on ourselves. Мы не надеемся на себя. On our flesh. Не на свою плоть. Which is the source of weakness. Которая только приносит слабость. But on Christ. Ну, на Христа. Who is the source of our strength. Которая дает эту силу. When someone offends you. Когда кто-то обижает тебя. Or cuts you off in traffic. Или подрезали, или когда-то ехал. Или оскорбили тебя. You don't think twice about them. Ты не думаешь дважды о них. You don't lash back at them as an unbeliever would. Ты не хочешь отомстить им, может, как неверующий это бы хотел сделать. Because when a person living without Christ, когда человек живет без Христа, is at their most vulnerable, они открыты, and at their most weakest, и самого они, можно сказать, бессильны, you are at the strongest, но ты в самой силе, because of Christ, потому что из-за Христа. To get stronger physically, чтобы физически стать сильным, you have to work out at least 3 times a week. Ты должен заниматься хотя бы 3 раза в неделю. To get stronger spiritually, чтобы духовно возрасти и сделаться сильным, you must be doing the same thing. Ты должен то же самое делать. You have to be getting into God's word. Ты должен упражняться в Слове Божьем. I would recommend reading the Bible every night. Я бы советовал читать Библию каждый вечер. Instead of hopping on social media and scrolling for like 20 minutes. Не то, что где-то в Инстаграме или где-то смотреть. Read the word before bed. Читай Слово Божие перед сном. Give yourself a month. Дай себе месяц. And watch your life just transform before your eyes. И посмотришь, как твоя жизнь изменится. Moving on, real men love. И настоящий мужчина любит. Love is a much deeper word than what we think. Любовь намного больше это само слово значит, чем мы можем себе представить. It's more than affection. Это не может какое-то внимание. Or attachment to somebody. Или привязанность какая-то друг к другу. But Paul defines what love is. И Павел здесь объясняет. 1 Corinthians 13, verse 4. 1 Коринфянам 13 главе с 4 стиха. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. Are you patient? Ты терпелив? Are you kind? Ты добр? Are you humble? Ты смирен? Do you hate people? Ты ненавидишь людей? Do you rejoice at the truth?
Ты радуйся в истине. Do you love? Ты любишь? I know I don't tick half of these boxes. Я не могу ответить на это все. Even the first one, patience, I struggle with sometimes. Но даже на первое посмотреть, терпение, я с этим борюсь. But once you start growing with God, но когда ты начинаешь расти с Богом, it becomes easier. Начинает тебе это легче, доступ имеешь. I've been watching football for about half my life. Я смотрел американский футбол половину моей жизни. And there was a time when I was very passionate about my favorite team. И мне очень это нравилось, еще раньше. I would get very emotional when they played. Я очень эмоционально становился, когда смотрел. So emotional. Сильно так эмоционально даже. That I remember throwing my phone across the room. Один раз я телефон через всю комнату кинул. And shattered it. И разбил его. Because of the fact that they were starting to lose. Потому что моя команда начала проигрывать. The funny thing is they ended up winning that game. Ну что интересно, они выиграли потом. I regretted that, obviously. И я, конечно, сожалевал, что and это thank так God сделал. For his mercies and patience with me. Я благодарю Бога за его милость и за его терпение со мной. Now when I watch football. Но и сейчас я если смотрю американский футбол. Or perform any other tasks. Или еще и что-то еще делаю. God provides me with the patience to endure. Бог мне дает это терпение, чтобы противостать. And in little things like that. И даже в маленьких вещах, мелких вещах, как то. God is working in our lives. Бог работает в нашей жизни. In developing us as men. И он возрастает нас, как чтобы быть мужественным. If we draw closer to him. Если мы приближаемся к нему. The closer you draw to God. Чем ближе мы становимся к нему. The more you realize how a loving father he is. Ты начинаешь понимать, насколько любящий он наш отец. All he wants is to spend eternity with us. Он хочет провести всю вечность с тобой. But in order to do so, но чтобы это сделать, we must live our lives now for him. Мы должны жить нашу жизнь сегодня для него. Before I move on to the second point, и перед тем, как я начну говорить о другом пункте. I want to recap what a real man is. Я хочу опять пройти и объяснить, что это такое мужественность. Real man is watchful. Он бодрствует. Firm in faith. Стоит в вере тверд. He's strong. Он силен. And he's loving. И он любит. I want every man here. Я хочу, чтобы каждый мужчина на этом месте. Me included. И включая себя. To start growing. Чтобы мы росли. And maturing as godly men. И возрастали. Как Божьи дети. We need to properly represent Christ. Мы должны показывать по-настоящему Бога. And be role models. И быть примером. For the next generation. Для нового поколения. Because for them. Для них. It will be a lot harder to develop as men. Будет еще сильнее, тяжелее становиться мужественными. And moving on to my second point, the purpose of a godly man. И цель богобоязненного мужчины. If we want an example, если нам надо какой-то пример, of what a true man fulfilling his purpose looks like, что значит целенаправленный мужественный мужчина, we need to look no further than Jesus Christ. Мы можем посмотреть не дальше Иисуса Христа. Jesus Christ is fully God. Иисус Христос, он 100% Бог. He was also fully man. И он был вполне человек. So he went through everything that we as men go through. Он все прожил и перешел, что мы проходим сегодня. Temptations. Искушения. Trials and sufferings. Испытания. They're just a few of the things that he faced. Это только пару вещей, которые он прожил. We read in Matthew 26, verse 39. И в Матфея 26:39. And going a little further, he fell on his face and prayed, saying, My Father, If it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. When Jesus was praying in the garden, когда Иисус молился в этом саду, before he was betrayed by Judas, перед тем, как его предал Иуда, and led to his death, и повели его на распятие, he was praying for God's will to be done. Он молился, чтобы Божья воля совершилась, not his own. Не его воля. As a man, как человек, I'm sure he didn't want to go through the sufferings. Он не хотел, может, идти на эти пытки, that he knew he was about to face. Которые он знал, сейчас ему предстоят. The physical torture. Это физические какие-то испытания. The hatred. Ненависть. The shame. Позор. But he knew that God's will was his mission. Но он знал, что Божья воля его миссия. Our purpose. Наше предназначение. Our duty. Или обязанность our mission as men of God, и как люди Божьи, наша миссия
is to fulfill our Father's will, чтобы исполнить волю Отца, and to glorify Him in the process. И чтобы прославить, когда мы это делаем. This will look different for every man. Это для каждого из нас по-другому может смотреться. But the concept stays the same. Но концепт остается тот же самый. 1 Corinthians 10, verse 31. 1 Коринфянам 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Whether you're an owner of a business, може у тебя есть бизнес, or a janitor, или ты просто уборщик, you work to glorify God. Ты делаешь эту работу, чтобы принести славу Богу. Whether you're a student, може ты студент, or a teacher, или учитель, or a pastor, или пастырь, or an usher, или просто ашер, you work to glorify God. Ты это делаешь для славы Божией. And before you do or say something in your life, и перед тем, как мы должны что-то сделать или сказать в нашей жизни, ask yourself this. Спроси себя это. Would Jesus approve? Иисус это бы разрешил? If He wouldn't, don't do it. Если нет, тогда это не делай. So how do we fulfill God's will as men? Как мы можем исполнить Божью волю как мужчины? Ecclesiastes 12, verse 13. Экклезиаста 12 глава с 13 стиха. The end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So Solomon, the wisest man in history, Соломон в истории человечества самым мудрым был. Says that the duty of man, что человек должен, is to fear God, иметь страх Божий, keep His commandments, и соблюдать Его заповеди. In order to fulfill God's will, и чтобы исполнить волю Божью, we fear Him. Мы должны иметь этот страх. Now this fear isn't the same fear that you feel. И это не страх, который мы, может, чувствуем, когда if a dog was chasing you, если собака за нами бежит. This fear is more of a respect. Но этот страх больше объясняется как почтение. Respect for God. Почтение нашему Богу. For your Father. Нашему Отцу. Your Creator. Создателю. We know that the fear of God is the beginning of wisdom. Мы знаем, что начало мудрости это страх Господень. When you start fearing God, когда мы имеем этот страх Божий, you start living for Him. Ты начинаешь жить для Него. You embrace His will for your life. Ты принимаешь Его волю в твою жизнь. And you disregard your own selfish will. И ты отвергаешься самого себя, свою волю. The world does a great job of corrupting young men. И миру очень получается развращать молодых с молодого возраста. Society tells us to go have fun. И общество говорит, иди, имей какое-то удовольствие. Focus all your attention on making money. Фокусируйся только на том, как заработать больше денег. Buy things you don't need. Покупай вещи, которые тебе даже не надо. All to satisfy your own desires. То, чтобы удовлетворить самого себя. They tell you to replace purpose. Они говорят, убери это предназначение или цель. For pleasure. И получи это, можно сказать, удовольствие. When you replace purpose for pleasure, когда ты убираешь эту цель и принимаешь это удовольствие, life is like running after a wind. Эта жизнь твоя становится как бег за каком-то ветром. As Solomon says, как Соломон говорит, in Ecclesiastes 2, verse 11, в Екклезиаста 2 главе с 11 стиха, then I considered all that my hands had done and toil I had expended in doing it, and behold, all was vanity and a striving after wind, and there was nothing to be gained under the sun. So even the richest man in history, и самый богатый человек в истории, said all the pleasures that he was able to obtain, говорит, все, что я получил, это удовольствие этого мира, they were pointless. Они ничто. Men who live for pleasure, те мужчины или человек, который живет для удовольствия, have no purpose. У них нету цели, целенаправленности. But those who live on purpose, но те, которые живут в каком-то предназначении, they will experience God's pleasures. Они будут переживать Божье присутствие. Real pleasures. Настоящее присутствие и удовольствие Божье. Peace, love, and joy. Любовь, радость и мир. There's a quote that I love that goes like this. И мне нравится эта одна выписка. Hard times create strong men. You can say the whole thing. Strong men create good times. Good times create weak men, and weak men create hard times. Тяжелое время делает людей сильнее. Сильные люди делают хорошее время. Хорошее время делает слабых людей. И слабые люди делают тяжелое время. The cycle goes on and on. И этот цикл продолжается опять и опять. We can witness throughout history. Мы можем посмотреть назад в историю и увидим. And we are in that last phase. И мы of that в этой, cycle. Можно сказать, последнем.
We're in a phase of weak men creating hard times. Мы, можно сказать, в том находимся, где слабые мужчины или люди делают тяжелое время. Look around you. Посмотрите вокруг себя. You'll see darkness. Увидите темноту. Sin and corruption. Грех и разврат. In this world. В этом мире. As a result of weak politicians. Из слабых, можно сказать, кто в политике. Weak presidents. Слабых президентов. Weak pastors. Слабых пастырей. Weak fathers. Слабых отцов. It is more important now than ever. И сегодня главное. For godly men to rise in their purpose. Чтобы богобоязненные мужчины вставали. In conclusion. И в заключении. We need men. Мы должны иметь мужчин. Godly men. Которые богобоязненные. That are willing to fulfill God's will. Которые у них желание соблюдать и делать волю Божью. In a time that is the hardest for men to live their lives. И в это тяжелое время, где тяжело жить. Because of how soft and weak our culture is getting. Где наша культура очень мягкая и слабая. The need for men is skyrocketing. И нуждаемся в тех мужчинах. Not just men from the eyes of the world. Не со стороны этого мира, каким должен быть муж. But men from a biblical perspective. Ну, с библейской перспективы. Men that have matured. Которые те, которые стоят верны. And that have realized that this life must be lived on purpose. И которые понимают, что эта жизнь должна быть целенаправленной. Not just pleasure. Не только какое-то удовольствие. I'm calling out the younger generation today. Я вызываю тех, особенно молодых, это новое поколение. The 16-year-olds. Которые 16 вам лет, может быть. 18-20. 18-20. The world needs you now more than ever. Этот мир нуждается в вас. No matter how much they try to deny it. Может, они это отвергают. Not boys. Они мальчиков. That waste precious hours. Которые тратят свое время. Playing video games. Видеоигры играют. Or scrolling through social media. Или просто в социальных сетях проводят время. Filling their minds with junk. Заполняя свой разум каким-то мусором. That just corrupts them from the inside. Которое развращает их снутри. Not boys that are chasing girls just for the fun of it. Не только эти мальчики, которые просто бегают за девочками для удовольствия. Not boys that are living just for themselves. Не мальчики, которые живут сами для себя. And trying to satisfy their flesh. Чтобы удовлетворить свою плоть. But men. Но мужчины, that are willing to sacrifice their lives, которые могут положить свою жизнь, their time, свое время, their efforts, свои возможности, to glorify God, чтобы прославить Бога, to fulfill His will, чтобы сделать Его волю. Men that will be brave enough, мужчины, которые будут храбры, to become soldiers of Christ, чтобы стали воинами Христа, ambassadors of God, чтобы посланниками Бога. Ministers of peace. И служителями мира. Let's pray. Будем молиться. Lord, let your will be done, Господь. Rise up the men. Lord, we thank you, God, for your love, your mercy and grace, your protection, your guidance, Lord God, for gathering us here today, Lord God, so that we may praise and worship your holy name, God. You're an eternal Father, God, and we love you, Lord God. You, Lord, alone are worthy, Lord God. Help us, Lord God. Men, may the men rise, Lord God. May we strengthen our faith in you, God, our relationship with you. May we truly live for you, God. Sacrifice our lives for you because you did it first, Lord God. You sacrificed your life on that cross, God, so that we may have eternal life, God. May we dedicate our lives, God,
to glorify your holy name, God, for you are worthy, Lord God. Strengthen us, God. May the boys rise into men, Lord God. May we mature, God, as godly men, Lord God, and godly women, Lord God. Strengthen our church, God, our youth as a whole, Lord God. May we be on fire, Lord God, live for you, serve you, God, with all of our hearts, Lord God. May the Holy Spirit lead us, Lord God, through this life, God. May we walk the straight and narrow path, God, and glorify you in all that we do, Lord God. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Сегодня есть желающие прославить Господа и псалмом, и стих рассказать. Да благословит вас Господь.
Бог тому, кто в Бога верит. Как нужен Бог, не знающим Его. Никто нужды той в Боге не измерит. Мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете среди всех этих хлопотных дорог. Когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног. Бог нужен в море, если там несчастье, и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье, и потерял землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, а ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, а впереди вся ночь. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет. Когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой. Соломинкой то видится кому-то Бог, когда дно уходит под ногой. И сколько раз летело в небо эхом: «О Боже, если Ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом, ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, ведь Бог до этого так долго ждал, и кто-то очень страшно, очень грозно свое неверие на земле пожал. Бог долго терпит, ждет, Бог всех нас любит, но есть долготерпению предел, и шанс свой упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел.
ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один окажешься в пустыне, когда отчаяние в тебе, как нож. Так хочется, чтоб к Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, что весть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милости Всевышний, как хорошо Ему принадлежать.
Братья и сестры, давайте скажем слава Богу. Я бы попросил, чтобы все детки прошли, мы будем молиться за них, благословлять их. Насколько было уже обильно пищи у нас? Знаете, такие песнопения, стихи, вот слушаешь и просто душа радуется. Сколько можно было уже для себя подчерпнуть? Знаете, когда вот мать сейчас вышла петь, я смотрю, дочка за ней побежала, я думаю, это прямо то, о чем я хотел говорить. Вы знаете, как-то один сын уехал далеко учиться, и отец говорит своему сыну, ну он хотел посоветоваться с отцом, говорит, ну как мне там жить, как мне там проповедовать? Он говорит, сын, проповедуй всегда, если нужно, словами. Знаете, как важно, вот дочка увидела, мать вышла на сцену, и что у нее? Говорит, я пойду за мамой. Знаете, если мы хотим, чтобы наши дети были здесь в служении, в первую очередь, мы должны здесь быть. Если мы хотим, чтобы наши дети любили нашего Господа, мы должны любить нашего Господа. Как сестра сказала в стихотворении, вот когда человек проводит общение с нашим Господом, то чем больше проводит в общении, тем больше он хочет с ним быть. Знаете, когда-то Моисей пришел к фараону, и уже после долгих как бы испытаний, которые прошел фараон вместе с Египтом, то фараон спрашивает такие слова и говорит, говорит ему, наконец, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей, «Пойдем с малолетними нашими, и со стариками нашими, с сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». И фараон сказал им, «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми?» Видите, у вас худое намерение. Фараон прекрасно понимал, что если они оставят детей в Египте, то они никуда не уйдут. Почему? Потому что где дети, там и родители. Давайте будем делать так, чтобы мы идем на служение, брать детей с собой. И сейчас мы будем молиться, благословлять их. И очень важно не только благословлять их, но еще благословлять тех, которые будут заниматься с ним. Вы знаете, потому что ученик не может превзойти учителя, да, может только дойти до уровня учителя. Поэтому мы будем молиться, чтобы благословение было на учителях, благословение было на них, чтобы они в жизни своей, возрастая, чтобы вот наше поколение росло и умножалось. Я бы попросил служителей, чтобы прошли и благословили, будем молиться и благословлять наследие Божие. Тебя, Господь, мы величаем Тебя, мы прославляем Тебя, Господь, как благ Ты, как добр Ты к нам, Господь, велика милость Твоя над нами, Господь, над народом Твоим, Господь, ибо вот дети, Господь, которых Ты дал нам, Отец, и мы приходим при Твое святое имя, мы просим, Господь, Ты сам излей свое отцовское благословение на них, Господь, даруем сердца, Господь, которые будут рваться к Тебе, любить Тебя, служить Тебе, Господь, дабы они познали Тебя, живого Бога, Господь, и посланного Тобой Иисуса Христа, Господь, благослови церковь Твою, Господь, благослови учителей, Отец,
Сам исполни их силой Духа Святого, Господь, познание Слова Твоего и истины, Господь, дабы они могли излагать эту истину, Господь, понятно детям, Господь, дабы они, Господь, уразумев, Господь, приходили, Господь, и в своем возрасте, Господь, прославляли Тебя, Господь. Благослови, Господь, и на дальше наше служение, Господь. За все мы Тебя благодарим, великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Так маленьких крошечек ненадолго вручил, чтоб могли научиться мы, как любить и прощать, и приняв Божью истину, лишь на ней пребывать. Дети благословения, дети нам любимцы, дети не из наследия отца, что в сердцах их останется на всю жизнь до конца. Дети благословения, дети наши венцы, дети неба наследия, не забудьте отцы, не отдайте их молоку, обменяв на гроши. Благословение.
Скажем еще славу Господу нашему. Знаете, хотелось приветствовать вас словами апостола Павла, где он пишет Ефесянам: «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив, усыновив нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал вам во всякой премудрости и разумении». Слава Господу! Вы знаете, вот эти слова, они нас укрепляют. Вы только представьте себе то, что Бог предопределил нас избрать еще прежде создания мира. Это есть великая любовь Божия к каждому из нас, находящимся на этом месте, и для тех, которые, может, уже прожили или будут жить на этой земле. Вы знаете, сегодня моя тема будет, может, чуть-чуть продолжить о том, что брат Николай начал. Мы помним о том, что брат Николай Шашаков в прошлую субботу говорил о том, что Слово Божие является истиной. Слово Божие, оно есть то, что это есть само Слово от Бога. Сам Господь изрек его своими устами для того, чтобы поместить его в Библию, чтобы для нас оно было в назидание и для роста духовного нашего. Но я хочу заметить о том, что в этой Библии есть разные слова. Есть слова простых людей, есть слова святых людей, есть слова даже, которые произносили животные, есть слова даже самого дьявола. Но все-таки Господне повеление было допустить для того, чтобы эти слова были записаны для нас. И оно также является Божьим словом или Божьим посланием для нас на нынешнее время, чтобы мы могли, читая эти слова, которые оставлены для нас, чтобы мы могли возрастать. И одно из пунктов, которые в продолжении мы должны были изучить, это для чего нам читать Библию вообще? Вот если сейчас каждого из нас поднять и спросить, для чего нам нужна Библия, для чего мы читаем ее? И каждый может скажет свое, но если всех собрать воедино, то все будут говорить какую-то правду. Но я бы хотел детальнее разобраться о том, что для чего мы читаем Библию, что она нам дает, что происходит у нас. И первое место, которое бы я хотел зачитать, оно важное место, это Евреям 12 глава, 19 стих. Евреям 12, 19. Там написано так, что «имейте мир и святость, без которого никто не увидит Господа». Одно из повелений или предупреждений для нас о том, что мы имели святость перед нашим Господом, без которого мы не увидим Господа. Как мы бы ни жили на этой земле, мы без святости, мы не сможем Его увидеть. Это может разочаровать любого человека, который, живя на этой земле, не имеет святости перед Господом. Потому что без этой святости мы не сможем увидеть Его. И одно из пунктов, для чего нам нужно изучать Слово Божие, это для того, чтобы мы могли быть святы. Для того, чтобы это Слово, оно могло освятить нас. Чтобы мы оказались пред Ним святыми. Я хочу зачитать... Оператора не видно. Хочу зачитать Иоанна, 10 глава, 34 стих по 36. Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем, Я сказал, вы боги? Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божье, и не может нарушиться Писание, тому ли, которому Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствует, потому что Я сказал, Я Сын Божий». Смотрите, Иисус Христос, обращаясь к фарисеям, и говорит: «Которым было Слово Божье?» К людям, которые получили то Слово, или эту Библию, Иисус говорит, что это есть Слово Божие.
Это есть Слово Божие, и мы не можем избежать этого. Как вы думаете, это Слово Божие, оно только для взрослых? Для какого-то определенного возраста, года? Или вы, как вы считаете, для детей оно тоже написано? Оно более, я скажу, написано больше для детей, чем для взрослых. Потому что если это Слово, будучи не... Если это Слово не будет вселяться в детей наших, то, возрастая, они не смогут прибыть в святости Божией. И того оно более важно для того, чтобы возрасти и быть в святости Его, мы должны с детских лет вливать это Слово Божие детям, чтобы это Слово, оно было пропитано ими. Вы знаете, столько много есть времени у детей, у которых нету заботы. И мы, как родители, а мы ответственны за них. И мы ищем оправдание. Может, да, сильно тяжело, да, может, они неспокойны, может... И очень много оправданий мы можем для того, чтобы только не прочитать им Слово Божие. Только бы их увлечь какими-то игрушками, или еще хуже, если мультиками какими-то, какие не приносят пользы, а еще, может, вред приносят, которые имеют заклятие в себе, которые приносят разрушение в детские жизни. Понимаете? И когда они, возрастая, не пребывая в Слове Божьем, очень мало может что произойти в их жизни, то более важно принести это слово в маленьком возрасте для того, чтобы когда они возросли, они уже могли прибыть в его присутствии. Я хочу напомнить нам еще 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих. Это очень важный стих, который нам откроет более детально, для чего нам нужно это слово. 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Да будет совершен Божий человек во всяком добром деле приготовлен. Посмотрите, как апостол Павел объясняет и говорит, ты с детства знаешь эти писания. Та бабушка, та мама, которая были в вере Божией, они передали это слово Божие с детства ему. И он с детства знает эти писания. Вы представьте, да, если, смотря на нашу молодежь, или на наших подростков, мы можем заметить свое духовное состояние. Если Тимофей, будучи возрастая с детства в Священном Писании, можно заметить, как заботились о нем мать его, бабушка. За отца ничего не написано, но мы можем читать о том, что та вера, которая была в бабушке его, она в нем. Потому что с детства было Писание ему, они вливали в него. И смотря на детей, даже наших, может, на нашу молодежь, мы можем осудить себя, как много мы уделяли времени для того, чтобы это слово было наполнено в наших детей. Да поможет нам Господь, чтобы мы могли уразуметь это и исправиться, потому что никогда не поздно, чтобы это слово, оно могло произрасти и принести плод свой во время свое. Первое. Апостол Павел говорит, что оно нам полезно для научения. Оно нам может нас научить. Чему оно нас может научить? Оно нас может научить о нашем Боге, о нашем Творце, о нашем Создателе, о нашем Спасителе, который спас нас. Оно нас может научить о Духе Святом, которого Он послал для нас. Он может научить нас о спасении, которое мы имеем через Иисуса Христа. И оно нас может научить о том, как мы можем иметь жизнь вечную. Второе, что он говорит, Писание полезно для обличения. Знаете, когда мы, читая Слово Божие, я хочу заметить, кто как читает Слово Божие. Растя сам себя, проверяя свои молодые годы, иногда было время, когда просто читаешь Библию.
просто так прочитать, вот у тебя есть там кубики и место, которое ты должен сегодня прочитать, чтобы успеть прочитать Библию за год. И вот когда просто сильно уже так увлекся, так, нужно быстро прочитать, так, прочитал и ушел. Да? Ну, это, я понимаю, это в детстве, да, может, или в отрочестве, или какой-то молодежный возраст. То есть у нас есть цель, чтобы прочитать. Это очень хорошо, потому что то семя, которое, то, что мы читаем, то семя, оно отлаживается в нас, и оно приносит плод потом в свое время. Оно принесет плод. Но я говорю за взрослых, которые уже, знаете, должны быть отцами, которые должны быть здесь рассуждать Слово Божие, доносить Слово Божие нашим младшим детям, нашим, может, молодежи. И мы, когда занимаемся этим же самым, то, что мы прочитаем только для галочки, чтобы если кто-то спросил, ты вообще читаешь Слово Божие? Да, я читаю. Но мы должны заметить о том, что как мы читаем. Это Слово может сделать нас, обличить нас только тогда, когда мы вникаем в Него, когда мы сосредотачиваемся в Нем, когда мы, прочитывая в Нем, и останавливаемся, и задаем вопросы некоторые, так, а что здесь происходит, так, о чем здесь говорится? О, да, вот, здесь написано вот так, а я вот так вот не делаю. То есть вот такие размышления, когда мы читаем Слово Божие, оно может принести пользу. Оно может принести пользу. И оно может нас обличать. Дальше он говорит, оно полезно для исправления. Когда мы читаем Слово, оно нас обличает. И оно не только нас обличает, оно нам помогает, чтобы мы могли исправиться. Оно нам показывает, как нам исправиться. Оно показывает нам правый путь, как нам идти, чтобы нам не заблудиться. Вы знаете, Иисус Христос, Он избрал немудрое мира сего. Те, которые мудрые, они думают, вот, они смотрят на рыбаков и говорят, как они? Они рыбаки, простые люди, как они так говорят Слово Божие? Бог избрал этих немощных, не знающих, для того, чтобы им было преподано спасение, чтобы для них, чтобы они могли иметь эту жизнь вечную. И когда мы приходим в таком же самом, как бы, оно может направить, наставить нас даже тот, который, ну, можно сказать, не ученый, очень простого человека. И мы должны приходить к чтению Слова, будучи в смирении. В смирении, знаете, иногда думаешь, даже ловишь себя на мысли уже, прочитывая, может, иногда, знаете, ну, мысли допускаешь в том, что, о, вот это бы, вот это бы, вот этому брату, а это вот бы, вот молодежи бы прочитать, вот это, знаете, и ты определяешь, кому, чтобы подошло. То есть ты уже не читаешь для себя, ты читаешь уже как бы свысока, вот я вот хороший, а вот им нужно это. Это не угодно Богу. И Господь хочет, чтобы мы прибыли в этом смирении, и даже тогда, когда мы читаем это Слово Божие. И только тогда оно может нас умудрить, оно может нас наставить, оно может нас исправить. Писание полезно для наставления в праведности. Оно нас может наставить, как правильно нам жить. Матфея 5 глава 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Оно может нас сделать совершенными пред Богом. Посмотри, Иисус сам говорит нам, чтобы мы были совершенны. А как нам быть совершенны? Сможем ли мы быть совершенны, когда мы просто пролистываем Библию, прочитывая Его Слово так randomly, ну как попало, или когда мы вникаем в Него? Не просто прочитываем, как за галочку иметь, но когда мы вникаем в Него, тогда мы сможем стать совершенными. Колоссянам апостол Павел говорит так. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших к Господу. Он говорит обильно, да вселяется. Это не только, может быть, прочитал один раз в день, или один раз в месяц, я имею в виду, или раз в неделю, может быть, или там когда-то вспомнил нечаянно, или где-то ты едешь и просматриваешь какой-то YouTube channel с какие-то там бах, за минуту какое-то слово Божие вышло, знаете, ну как shorties, когда просматриваешь, и там иногда места Писания читается. Это не есть то обилие, когда мы можем как быть пропитанными этим Словом Божьим.
Вы знаете, когда человек приходит к Господу и говорит: «Господь, я хочу, чтобы ты меня использовал. Я хочу трудиться для тебя, все, я тебе все хочу отдать для тебя». Но вы знаете, самым первым долгом, что ему нужно сделать, это просто, как бы сказать, чтобы погрузиться в это слово, чтобы оно пребывало в нас. И даже до тех, так, настолько, чтобы оно пребывало в нас, даже когда нам будут делать больно, чтобы из нас выходило Слово Божие. Знаете, один человек сказал: «You have to be soaked in so much that when your veins gonna be cut, the word of God will be bleeding from you». То есть даже если когда будут резать вас, чтобы истекало из вас Слово Божие, настолько быть пропитанным, это глубина, которую мы не можем достичь. Невозможно сказать о том, что все, я уже прочитал, я уже достаточно знаю, я уже достал ту глубину. Нет. О, бездна богатства премудрости. Это Слово Божие, которое не имеет дна, но без дна. И нам нужно вникать в него. И когда оно обильно в нас пребывает, когда оно обильное, когда обилие, это значит, мы должны этим заниматься постоянно. Не только иногда, когда нечаянно нам попадется, но чтобы мы могли вникать в него, чтобы мы могли изучать его, а еще лучше, когда мы просто наизусть его запоминаем. Вы знаете, вырастая, тоже ловлю себя о том, что было время, когда как-то внутри желание было, да, изучать, наизусть учить. Вы знаете, и то в молодости, то, что учил, оно остается до конца жизни. И вот сейчас я вспоминаю о том, что мы и учили наизусть, и я помню. И как важно в молодости учить наизусть слова из Библии, потому что когда придут искушения, когда придут, когда дьявол будет притеснять, то, что вы помните наизусть, оно вам очень сильно поможет. Оно вам очень сильно поможет, чтобы просто победить его, просто сразить дьявола. Потому что это есть меч обоюдоострый. Вы знаете, вот мы перешли эти пункты. Оно нас научает, обличает, исправляет. Оно нам наставляет в праведности. Вы знаете, это только некоторая часть, которую апостол Павел в этом стихе сказал. Вникая в Слово Божие, пребывая в Слове Божие, оно нам может принести намного больше благословения. Намного больше. Смотрите, я хочу заметить нам о том, что Петр говорит в первом послании, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Это Слово Божие, оно способно возродить нас. Возродить нас. Даже можно сказать, все, вот время ушло, вот нет, уже молодость прошла, еще не поздно. Оно способно возродить любого человека. Я знаю, было много очень, я не знаю, кто помнит брата Вадима, который, свидетели Иеговы, они разносят Библии. И у него свидетельства очень много. И бывали такие свидетельства, я хочу напомнить, может, вы слышали уже, когда заходят уже, чтобы покончить самоубийством, но приходят и находят слово в шуфлядке, в отеле, и они открывают, и Бог делает так, чтобы они открыли то слово, которое им нужно, и у них меняется жизнь. У них меняется жизнь, потому что это слово, оно способно возродить нас. Оно способно привести нас в жизнь. Человек один, который, будучи в заключении, ему подарили Библию, и он, не знаю, или в заключении, или, но он был неверующим. И он начал просто сворачивать листки и закуривать их. Тоже, я не знаю, может, многие из вас слушали. Но когда он дошел до такого, его попросили: если ты будешь курить, прочитывай перед тем, как ты прокуришь. И он прочитывал, и когда он дошел до Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного», в него внутри он просто, он не мог этот листик докурить, он не мог его свернуть, потому что то слово, которое он читал, оно было способно его возродить. И апостол Павел, он говорит, что в
восхотев, родив нас Словом Своим для того, чтобы нам быть некоторым начатком Его служения. То есть это Слово, оно не только нас наставляет, ведет, оно нас может возродить, оно нас может привести к жизни. Оно очищает нас. Смотрите, Иоанн пишет в 15 главе: «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». Иисус Христос говорит, обращается: «То Слово, которое Я проповедовал вам, и вы его слыша, вы уже очищены через него». Они приняли это Слово, и они его исполняют его, и они получают, они очищены через Слово его. Иоанна 8 глава, 30 стих. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободны». Ему отвечали: «Мы семя Авраама и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иисус Христос обращается и говорит: «Если пребудете в Слове Моем». Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И потом он обращается и говорит: «Если вы делаете грех, то вы рабы, а раб не может пребыть в доме вечно». То есть мы, исполняя его слова, его волю, мы можем пребыть вечно вместе с ним, потому что мы не рабы. Раб не вечно может быть в доме, а мы, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Пребывая в нем, мы можем быть с ним вечно. Мы можем пребыть в доме его вечно. И это все делается посредством Слова Его. Здесь написано о юноше, но я хочу заметить о том, что это касается всех. То, что Слово Божие, оно может способно нас сохранить от греха. Каким образом оно может нас сохранить от греха? Псалом 118, 9 стих. Здесь задается вопрос: как юноши содержат в чистоте путь свой? Как юноши содержать в чистоте путь свой? Юноша может содержать свой путь в чистоте только тогда, когда он хранит себя по Слову Божию. Только когда он хранит себя, не только читая его, не только вникая в него, но хранит себя по Слову Божию. Когда человек хранит себя по Слову Божию, он может содержать путь свой в чистоте. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой. Когда Слово Божие находится в нашем сердце, и оно переполнено в нас, оно может только сохранить нас от греха. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Хранит себя. Тот, который рождается от Бога, он себя хранит. Он себя хранит по Слову Божию, которое он вникает, которого он изучает, которого он исследует. И когда он хранит себя по этому слову, лукавый к нему не прикасается. Вы представьте себе, это Слово Божие настолько оно сильно, что оно способно нас сохранить от дьявола. Но только тогда, когда мы его храним в себе и поступаем, как оно велит нам. Тот стих, который я прочитал в самом начале о том, что мы должны иметь мир и святость, то я хочу заметить о том, что это слово, оно может нас сделать святыми. Оно может сделать нас святыми. И Иисус говорит в Иоанна 17 глава: «Освяти их истиною Твоею,
Слово Твое есть истина. Иисус просит Отца, освяти их этим Словом, чтобы они были святы. Чтобы они прибыли в этом Слове, чтобы они были святы. И это есть Его Слово, это есть Его истина. Что такое освящение, да? Мы все понимаем, что святой – это отделенный, это нечто другое. И когда мы, будучи освящаемы Словом Божьим, мы становимся совсем другими, мы отделяемся от мира сего, мы делаем то, что Господь нам хочет, посылает, чтобы мы делали, то есть исполняем Его волю, мы становимся другими людьми, не сопричастны миру сему. Я знаю, что вы все помните это слово, которое, место, которое говорит, а без веры Богу угодить просто невозможно. Без веры угодить Богу невозможно. Вот вы представьте себе, да, вы все читаете, изучаете, но вы не верите. Это почти не подходит вообще, да, оно что-то не совпоставляется. Но и тогда, когда мы вникаем в это слово, мы пребываем в слове, в нас возрастает вера. В нас возрастает вера в... для спасения, в нас возрастает вера в самого Бога, в нас возрастает вера в многих ситуациях. Апостол Павел к римлянам говорит, итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Мы, пребудучи в Слове Божьем, мы возрастем в тот возраст, в ту меру, в того полного возраста Христова, которого мы сможем достичь той вечной жизни. Потому что это есть то единственное, которое, то, что Господь хочет, чтобы мы достигли той вечной жизни, пребудучи в Его Слове и будучи освящены Его Словом. И еще один момент я хочу подметить о том, что Слово Божие, оно является благословением. Оно приносит благословение в жизнь. Да, можно подумать, что ты проповедуешь нам, знаете, как некоторые церкви проповедуют, вот ты познай Христа, и у тебя будет все хорошо и все благословенно. Но есть слово, которое оно приносит благословение не только, может, материально, но и духовно. Смотрите, когда Иисусу было слово, Иисусу Навину было слово, это Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, ему было так как бы повелено, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Ему повеление было, или просьба, может быть, была о том, чтобы он, чтобы эта книга, она не отходила от уст его, чтобы он поучался в ней, но не только поучался в ней, но чтобы в точности исполнять там, что написано. В точности исполнять. И только тогда, дальше продолжаю, тогда ты будешь успешен во всех путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Пребывая в этом слове, исполняя его слово, исполняя его волю, оно приносит благословение. Оно приносит успех в путях наших, и когда мы будем поступать благоразумно, так как Господь желает, чтобы мы исполняли его волю. Первый псалом все помните, да? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит в пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Да? Этот муж, который, ну, безгрешен, он здесь, этот стих, он чуть-чуть наоборот. В Иисуса Навина написано, что да не отходит вся книга закона. Поучайся в ней, но чтобы в точности исполнить, и будет благословение. А здесь говорит, человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И дальше говорится так, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и все, что он не делает, успеет. Благословение Господне приходит нам через исполнение его слова, через то, что мы, пребывая в его слове, храним его в сердце, и это благословение, оно печали не приносит. Я бы хотел, может, закончить на этом, но я бы хотел быстренько
вспомнить о том, о чем было сказано в прошлую субботу. Еще раз, о том, что Писание это, оно Боговдухновенно. Оно вдохновенно самим Богом, и те люди, которые писали его, мы должны помнить о том, что они были движены Духом Святым. Я нечаянно, ну как нечаянно, так взял, думал, дай на Google напишу, какая, ну, самая most read book, которую книгу самое больше читают. И вы знаете, там написано так, что самая первая это Библия, а вторая после нее внизу там где-то находится. И где-то 5 биллионов было распечатанных книг Библии. 5 биллионов. И следующая книга, она распечатана, ну, 800 миллионов только. Это по сравнению биллион и миллион, это большая разница. То есть из этого мы можем увидеть то, что эта книга есть, она живая книга. Это не простая книга, к которой мы можем относиться к ней, ну, как с простыми книгами. Просто я хочу, чтобы мы запомнили, особенно к молодым, даже если когда дьявол будет приходить и говорить, о, это простая книга, о, посмотри, там еще другие книги есть, другие религии, то как в книге Библии нет настолько много пророчеств, которые бы исполнились. Это одна книга, которая имеет пророческие писания, которые предвещают будущее, и которые уже были исполнены, очень множество из них были уже исполнены после того, как они были написаны. Эта книга, она является самой такой книгой, которая, наверное, единственная книга, которую хотели уничтожить. Которую просто хотели уничтожить, потому что она кому-то мешала. Она изменяла народы, она изменяла многие племена, которые, когда попадала эта Библия в народ или в племя какое-то, они изменялись. Их мышление изменялось, у них приходило благословение. И также наоборот, народы, которые оставляли Библию, к ним приходило проклятие. К ним приходила деградация, которую они потом не могли выйти из той деградации. То я хотел бы обратиться, чтобы вы помнили, что эта книга, которая может сделать больше, чем мы думаем, она может нас возродить, очистить, осветить, она нас может привести ко спасению и дать нам знания, как правильно нам поступать в жизни, чтобы исполнить Его волю на этой земле. Да поможет нам Господь, чтобы мы могли, вникая в Него, в это Слово, чтобы оно приносило нам плод. Как нам, так и слушающим кто будет слушать нас. Чтобы не получилось так, чтобы мы, проповедуя, сами остались без вечной жизни. Мы можем проповедовать, но мы можем остаться без вечной жизни тогда, когда мы ее не исполняем. Да поможет нам Господь и умудрит нас, чтобы мы могли, приходя пред Ним каждый раз. И так как это есть духовная Библия, я хотел еще один момент обратиться, может, молодежь, я знаю, взрослые, может, уже так делают. Это есть духовная Библия. И человеческим умом ее трудно можно понять. Но каждый раз, когда мы приходим, чтобы изучать, чтобы читать ее, чтобы нам приходить в молитву и просить у Бога, чтобы Бог открыл нам глаза духовные, чтобы мы могли, когда мы могли читать, чтобы мы могли понять, о чем там написано. И так как это есть духовное, мы должны подходить с духовной стороны на молитве пред Богом, чтобы Господь нам открыл. И, потому что Давид пишет, открой мне глаза, чтобы увидеть чудеса закона твоего. Знаешь, там есть чудо, но ты его не увидишь, пока Господь не откроет глаза. И в законе, в Его слове есть очень много чудес, которые мы можем извлечь для себя, для нашего роста. Да поможет нам во всем Господь. Да благословит вас Господь во всем и укрепит, и соделает вас, как было сказано в первой проповеди, особенно братьев, сильными мужьями веры, чтобы вы могли нести это слово для окружающих вас, чтобы многие люди еще могли познать Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава, хвала Богу. За все, что Ты, Господи Боже, даруешь для нас, Иисус, мы благодарны Тебе, Отец, за Твой неизвечерный дар любви, Господь, что Ты ведешь нас, Господь, что Ты направляешь нас, Иисус, мы благодарны Тебе, Господь, слава Тебе, Господи Боже, немощь и уста наши прославить Тебя и возвеличить Тебя, Господь, мы как Ты достоин, Боже, слава Тебе, аллилуйя, сану раберика, лаберика, чера лаберика, лаберика, чера 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 лаберика, ч
Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь. Да будет превознесенное и прославлено Твое имя Святое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь наш и Бог наш, мы перед Тобой, Иисусе, предстоим в этот час. Мы безмерно Тебе благодарны за Твою великую любовь, за Твои благословения, за Твою заботу, за все, что Ты, Господи, посылаешь для нас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты питаешь нас духовной пищей, Господь, что Ты, Господь, ведешь нас и наставляешь нас. Мы благодарны за Слово Твое, которое Ты, Господь, оставил для нас, Иисус. Мы благодарны Тебе, что Ты, Господь, избрал нас, Господь, и привлек нас к Себе, Господь наш. Мы благодарим Тебя, мы прославляем Твое имя Святое. Отец Небесный, мы молим Тебя, благослови каждого из нас, Господи, чтобы мы, когда прочитывая Слово Сие, вникали в Него, Господь, занимались им постоянно, Господь наш, чтобы это Слово могло, Господь, нас обновить, Господь, чтобы это Слово могло нас очистить, Господь, и осветить, Господь, мы молим Тебя, помоги нам, Господи, не только его изучать, но и исполнять, Господь, то, что Ты хочешь от нас, Господь, чтобы мы исполнили Твою волю, которую Ты заповедал для каждого из нас, Господь наш. Мы безмерно Тебе благодарны и прошу Твоего благословения, Господь, на каждую душу, Господь, я прошу Тебя. Ты влеки еще, Господь, многие, Господь, которые не знают Тебя, чтобы через это Слово, Господь, Иисус, они могли прийти к Тебе, Господь, и стать Твоими. Боже, благослови каждого, да пребудет Тебе слава, да пребудет Тебе хвала, Тебе честь, Тебе и поклонение. Ты иди достоин славы во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Небеса ожидают меня.
во-первых, слава Богу за то слово, которое Он поставляет в сердца братьев, которое действительно слово, которое важно на это время. Благодарность, что братья повинуются и слышат, что Бог поставляет на сердца, потому что это слово, оно действительно на это время. What does it mean to be a man? Что это значит быть мужчиной? И цель мужчины. Men that are willing to fulfill God's word. Мужчины, которые готовы исполнить Слово Божье. Каждый из нас должен задаться тем вопросом, am I the man that God wants me to be? Являюсь ли я тем мужчиной, который Бог предназначил мне быть? Это также вопрос, каждая женщина может спросить себя тоже, являюсь ли я той женщиной, которой Бог предназначил мне быть? Каждый человек может задать этот вопрос, являюсь ли тем, который Бог предназначил мне быть? Знаете, Иоанна 4:23, там написано о людей, которые Бог ищет. Но наступает время, и наступило уже, когда истинных поклонников будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. В духе и истине. Брат Николай делился словом о важности Слова Божия, Слово Божие в нашей жизни. Слово Божие – это и есть то истина, где, во-первых, говорится о Иисусе Христе, который является той главной истиной в нашей жизни, но это истина, которая, она вразумляет нас на всякую истину. И да поможет Бог нам, чтобы мы действительно имели то общение с Духом Святым и пребывали в Его Слове, чтобы мы становились теми мужчинами, теми женщинами, которые мы должны быть. That we can reach our full potential and purpose. Чтобы мы могли иметь тот полный потенциал и исполнить то предназначение, которое Бог сотворил нас быть. Men who are not afraid to take on responsibility to be a role model for the next generation. Мужчины, которые не боятся взять ответственность и быть тем примером для следующих поколений. И знаете, я рад, что у нас добавились еще служители, которые готовы служить, которые готовы взять эту ответственность. И по совету служителей, братья, которые также ответственны, Алекс Печенюк, который над молодежью, Игорь Жоган, который над библейским колледжем, и Веня Салюк, который над детскими группами, мы их также приглашаем пройти наперед для благословения народа со всеми остальными служителями, где мы будем благословлять народ словами, которые записаны в числа 6 главы с 24 стиха. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми.